Как спортсмен, жимовые его эти качества, это вообще на, ну, фуру всегда произвел. Когда он тогда Лугулис, пожалуй, 180 грамм, то есть так на бицепс взял и уже. То есть больше так, ну, никто не повторял никогда. Но он никогда не делал этой базы, и он все равно подымал. То есть мы даже с Клюшевым понимали, что насколько у него вот своя природная сила, то, что лезть под йог 400 килограмм. И вот, собственно, с этого уже началось ПЛС. Я поддерживал себя в форме, опять же и по массе, понимал то, что пофиг какая работа, массу надо удержать. Я думаю, Джон не справится. Все началось с этого. То есть я уже понимал, то, что, о, если они говорят, значит, они знают. Пятнадцатый год. Никого в мире нет, ни на левую, ни на правую сильнее Дениса Цыпленкова в борьбе на руках.